Я хорошо бегаю, обгоняю всех по скорости. Корпус у меня еще не такой, потом сила у меня по удару очень хорошая. Нападающий Мирослав Макртумов рассказывает о себе по-взрослому и деловито. В спортивной школе «Татнефть-Олимп» он занимается 4 года. Уже делает успехи, знает свои сильные и слабые стороны, терпеливо осваивает новые элементы игры. Его мечта – владеть мячом в совершенстве и стать профессиональным футболистом. Первый шаг к своей цели 9-летний Мирослав уже сделал. Вместе со своим тренером побывал на занятиях в Казанской академии клуба «Рубин». Они его просмотрели, 2 часа он тренировку провел, довольный. Исправить нужно технические недоделки с передачами, с ударами. И остальное потом уже можно, привозить, и там уже будем дальше решать. Если он хочет быть футболистом, это дает дальнейшую карьеру ему по лестнице подниматься выше и выше. Первое сказали, что со скоростью все хорошо. Мне сказали подработать корпус и бороться я не могу, корпусом толкать, меня там все сбивают. Какая твоя мечта сейчас, самое главное? Самое главное – это попасть в Рубин и идти в путь дальше. То есть ты хочешь строить карьеру футболиста? Да, сильно хочу этого. Работаем! Тренер-преподаватель Алексей Позиненко помогает осуществить мечты юных спортсменов. С детьми занимается более 30 лет. Он не только уделяет внимание умению работать на поле в команде, но и индивидуальному мастерству каждого ребенка. У меня основная задача не подготовить команду, поймите. У меня основная задача, нам сейчас РФС стоит, подготовить игроков для высшей лиги, для первой лиги, для второй лиги. Сейчас РФС переходит на эти рельсы. Нужно, чтобы они играли. Чтобы в «Рубине» играли, в «Камазе» играли, чтобы в «Зените» играли, в «Спартаке» играли, понимаете? Не только в своей каше мы должны вариться. Занятия проходят в новом футбольном манеже, где созданы все условия для обучения. Здесь на одной площадке занимаются и малыши, и ребята более старшего возраста. Многие из них уже участники городских и республиканских соревнований. Сейчас команда Алексея Позиненко готовится к летнему сезону.